Сегодня начало недели слинговношения, которая празднуется по всему миру. И мамы разных стран в эти дни собираются, пекут вместе пироги, ходят вместе в горы, устраивают тематические встречи, фотосессии, розыгрыши и конкурсы в интернете. Это одна семья мам во всех уголках света. И в основе этого праздника лежит, как всегда, любовь. Любовь к нашим детям, любовь к материнству и любовь к жизни. В нашем цивилизованном обществе мы подбираем слинги по типам, по формам, цветам, по стилю, по настроению. А в таких странах, как Эквадор, Мексика, Африка, мамы вынуждены носить детей просто потому, что у них нет другого выбора. Они берут любое полотенце или простынь, наматывают ребенка на себя и идут. Они работают, сажают деревья, перемещаются по горам. Это их жизненная необходимость. Сегодня давайте будем благодарны за то, что мы живы, за то, что у нас есть дети, за то, что мы пользуемся всем этим. И мы делаем это в свое огромное удовольствие. И мы наслаждаемся этими прекрасными сладкими моментами с нашими малышами.